Так, ну что, продолжаем, пацаны. Сука, ебаный, суицидник, нахуй. Сука, диски поулетали, блядь. Нахуй сюда. Пидорас ебаный, блядь. Тут закрыто, блядь, повезло. Перевозка, перевозка. Полегче. Уровень радиации. Состояние ухудшилось. Блять, а что ж? А как это я тут пройду? Сука, куда мне надо-то, блять? Мне надо туда, надо куда-то, ёпт. Я нихуя не пойму, куда мне надо. А, ёпт. А что здесь за грохот такой стоит убойный, блядь? Кто тут, блядь? Какая дурочка тут, блядь? Внимание, опасный уровень радиации. Иди сюда, блядь. А. Да. Куда идем, товарищ? Нихуя, что это было, ебать? Внимание, опасный уровень радиации. Блять, ящик мешает, блять, внутрь залезть. Ну, прогорай быстрее, или нахуй я отсюда, ебать. Thank you.
Рвется. Вообще похуй на. Блин, сохранись тут нахуй. Блядь. Ой, блядь. А, это хуйня, что вон там, обычно. Блять, чё за хуйня она? Вот чё это за пулемет такой, сука? Не будет поддержки, пацаны. Так, он вроде раздуплился, да я просто, бля. Задумка, бля. Поэтому, бля, как тормоз, блядь, медленно-медленно играю, бля. Заебали, идите нахуй, сколько вас тут, блядь? Бля, заебали нахуй. О, нормально. Шу. Что пищит, блядь? Что за хуйня, блядь? Блять, конкурент. Подорвись, пацаны, не? Что возьму? Где это говно? Нихуя себе, откуда? Бля, не вижу. Сейчас ты мне ляжешь на. Что тут такое, блядь? Не понимаю, но. Надо вниз нас спустить, да, я гранату тогда еще возьму, блядь. А, хотя здесь еще два ящика есть. И тут граната, все неплохо.
Кто, блядь? Куда ты здесь взялся, блядь? Не было ж никого. Как это ебало отключить? А? Тут нихуя не хочет. И что мне делать с этой хуйней? Нихуя не пойму вообще, блядь. Блядь. Чё-то не въеду я нахуй. А что делать? Тварь, блядь, гадость. Бля, нихуя не понять, а что делать-то, ебать? Это пиздец, блядь. Бля, продумывать же уметь, что нихуя непонятно вообще, блядь. Может, разнотнуть что надо, ебать? Маленький. Вот гранаты нахуя они здесь? А ебать, а теперь зомбари заебут, нахуй. Нормально, блядь. В чем логика, блядь? В чем плюсы? Я плюсов никаких не... Не вижу, блядь! Иди нахуй отсюда, ебать. Что дальше? Гордон, да. Можно ехать. Возвращайся и двинем. Да? Спасибо за помощь, Фрейна. Это было круто. Да уж, блядь. Тяжеловато было, ебать. Открывай. Они не только помогли чинить машину, но еще и подарок нам сделали. Пулемет, что? Сегодня и только для вас. Это бортовой радар, реагирующий на такие маячки, как этот. А что это за маяк? Мы ставим их там, где припрятаны оружие, патроны и аптечки. Не пропустите их. Если на радаре что-то есть, остановитесь и посмотрите. Я расскажу тебе подробности по пути, Гордон. Еще раз спасибо, ребята. А, ну вон метка тут. Притормози, Гордон. Я ж понял. Судя по радару, тут есть тайник. Правда? А как попасть?
в этом фургоне. А, в фургоне? Том мог подумать, нихуя в натуре. Как все вытащить, добро ебать? А. Вопросов больше нет. Поисковик 1/5, нахуй. Давай, тоже мое, давай сюда. Все, дальше. У меня странно машину садится, пиздец, блядь. Да, за баре подаем, достижение сделаем, хоть ёб твою мать. Чё не сдох-то, бля? О, еще пятерых-то надо. Вот он, что-то на радаре. Ща, подожди. Вот тут дохуя, еще два тайника сразу. Ну, тайна. Т. Давай, по-моему. Я подожду здесь, а ты проверь тайник. Или здесь. Фу, ебать, там ракета, охуеть. А как забрать это добро? Ну-ка. Нихуя не пойму, блядь. А, все понял. А куда она идет-то? Где шланг ебаный? Не вижу, блядь. Сука, блядь, а. И шо мне-то дает-то хоть, ёпта, блядь. Здесь как туда попасть-то нахуй? Сука, блять, а? Ошибка. Пиздец, а нам нельзя сверху нигде залезть, может сверху надо, блядь. А, стоп. Какой-то хуеплёт, ну-ка скинуть его надо. Не, не выходит. О, почему ты не сюда упал, брато? Это пиздец, что делать, ебать, нихуя не пойму, блядь. Может, блядь, снаружи что-то сейчас? Ладно. Надеюсь, там не было ничего стоящего. Поехали. Да подожди ты, ебать, еще не все решено. Вот здесь входа нету. Значит, там как-то надо пробраться, блядь. А как?
Может, гранату надо кинуть, блядь. Еду, может, это нормально? Странно. Ну нихуя не пойму, что за хуйня, блядь. Как это отпереть говно, блядь, пацаны, блядь? Вы знаете, нет? Что ж так сложно, блядь? Надо сейчас... Его подвинуть, ебать, точно. Ну, поднимай. Сука, блядь. А, я понял, пацаны. Все, я понял, походу, как. Ну, блядь, подними меня. Надо, наверное, что-то закинуть сюда, чтобы она стала вот так. Надо что-то поискать сейчас, секунду. Даже другого выхода я не вижу, блядь. Во. Во. Да уйди нахуй отсюда, ебать, шалава, ебаная. Заебок. Так, это сюда. Уйди нахуй, блядь. Да, попробуем. Ну-ка. Бля, нихуя, слушай. Блять, а что ж делать-то? Как эту хуйню перевернуть? Нельзя, да, перевернуть? Я все равно зайду в этот тайник, пацаны, ебать. Я, блядь, упоротый, на. Все равно попаду я туда, ебать. Я все в хлам и снахуй пособираю, ебать. Вот они. Это что-то весомое. Этих, наверное, недостаточно будет. Какой номер? Думал, русский, бля. Да уже эти хуйни, хуя я натаскал, блядь. Не падай ты, блядь. Даже баба уже заебала, нет. А, ну я же говорю, да. Маловато, сука, нам побольше, блядь. Как же его стоя поставить, сука? А? Ребят. Бахуёво у меня не стрим, я бы спросил бы, блин. Да ёб твою мать, что я теперь застрял, что ли, на?
Да не шатайся ты, блядь. Блин, ну я почти, кстати, с петель снял, нахуй. А? Блять. Почти получилось, пацаны. Блять, я бы, блядь, без этой хуйни в реальности, блядь. Залез, эту хуйню бы забрал, блядь. Давай, давай, давай. Бля, почти. Почти. Не, мало, мало, блядь, надо еще. Да сука. Да заебало, блядь. Блять, ну что ж ты мне прыгаешь-то сразу, а? Опять упал. Сука, опять он. Да еще, бля, банку с краской положу, на. Где она? Блять, должно сработать, ебать. Да ебаный, бля, опять упала, сука. Вот пакость-то, а. Блин, ну нахуя так сложно делать, я не понимаю, зачем? Ну не пидорасы ли они, ебаные. Бля, опять одна упала, на. Вторая упала, ебать, мне уже надо... Я со мной не оступлюсь, нахуй. Давай, давай, давай. О. Чупа-чупс. Блять, ну сука, давай, ну блять. Когда ж мне повезет-то, ебать. Пиздец, опять упала нахуй, заебала уже, блять. Ящик не толкается, блять. Может надо эту хуйню подзорвать, нахуй. Не? Не, гранаты нахуя-то тут нужны здесь, я не знаю зачем. Ой, блядь, какое блядство, сука, блядь. Куда банка с краской это делась, ебаная она? Где она, блядь? Вот тут нахуй залезть можно. Так нахуй сделано. Ну поставь ты ее стоя, ебаный в рот. Блять, дурак что ли нахуй? Да хуй это хуйня все это, ебать. Ну реально, пацаны, что делаю? Не? Я хочу забрать гранатомет. Если бы тут не было гранатомета, я хуй забил бы на эту хуйню. Сука, блядь, она. Курнуть может, мысль какая, меня осенит, нахуй.
Это самый долгий клад был, блядь, который я когда-либо находил в какой-то игре. Так. А хули толку там переломаны, да? Туда-то внутрь-то вообще можно попасть? Блять, хуй знает, а чё. Надо этот рычаг как-то отключить. Как-то, блять. А, вот. Банка с краской. Бля, по идее должно хватать столько вот ему. Бля, долезу, не долезу, пацаны, делаем ставки, но. Блять, мне маловато, надо еще одну подсунуть, мусорку. Тут надо что-то квадратное, блять. Оно... Это, блять, оно скатывается, блять. Что там магните что? Пизда, пизчи нахуй. Блять, не получилось нам. Да она опять упала нахуй. Сука, заебало. Пойду квадратное что-то найду, ебало в рот. А, откроем сейчас, пацаны, откроем. Отвечаю, откроем. Я, блять, отвечаю вам нахуй. Вот что я сейчас, ящик пола... А, вот бочка. А нахуй пролезет сюда, ебать. Бля, ну бочка съебаться может, нахуй. Ха. Бочку, наверное, надо стоя поставить сейчас. Блять, ну как ее выровнять-то, ебаный рот. Давай, выравнивайся, сука, стань на ноги, блять. Во-во-во-во-во-во-во. Оп. Блять, мало. Еще надо бочку, блять. А если у нас еще бочки, блять? Мне бы еще одну бочонок, блять. Ба, вон там по-любому есть, блять. А, во, кстати, ебано. Колеса. Колеса то, что надо, ебать. Блять, да заебал это нахуй. Ща, пацаны, решим эту проблему. Так, пару хватит мне бочек. Блять, все нахуй хламиду уже туда перенес, ептать. В этот сарай ебаный нахуй. Колесо мне нужно, бля. Ты нахуй, бля. Так, значит что? Тут нахуй. Стань нормально, да.
Так, это сюда, смотри. Это сюда, во, видишь? Потом бочечку. О, ну-ка. А, маловато, сука, будет. Тогда, бля, надо поставить эту бочку. Блять, как его выровнять-то, ебаный. Пизда, бля. Во! Стоп. Я надо опять ее, блядь. Как настрою эту всю хуйню по нулю? Так, короче, что-то я настроил тут, смотри, ебать. Минут 5 мучился, да? И все, ебаный в рот, и все. Это пиздец, блядь. Вообще пиздец. Я это сделал, сука. Бля, пиздец, еба заебался. Я вообще реально вспотел, но. Вот, короче, такая конструкция, и вам вход. Тут даже не надо этот. Две покрышки, две бочки, вы там, ебать. Бля, почему не могу все ракеты забрать, ебать? Ну все, в принципе. Че, давай дальше, ебать, тупить. В следующей серии, хули. Сохраниться надо.